Если я 3 месяца здесь живу у матери на ее пенсию, как вы считаете, хорошо или плохо? Мужику за 40. Не позорно ли это? Нет работы, а что сделать? То есть ваше отношение к Путину, вот он 20 лет руководит... Он, понимаете, вот тут вот очень спорно. Он, с одной стороны, молодец, что вот международное что-то, надо американцев все равно пугать надо. Нам надо себя ставить. Нам надо спину распрямлять, потому что при Ельцине мы опустились ниже плинтуса. Но ведь во внутренней-то политике вообще ужас. Это катастрофа. Это вот. Даже в Москве с зарплатами вот, ни работы, ни зарплаты. Даже в Москве. Тогда вопрос, что важнее, международная политика или внутренняя? Международная. Пусть не то, чтобы бояться, но если нас, если мы не будем им отвечать адекватно, нас задавят здесь все. Нас удавят.